И снова скандал в Одесском парке Горького. В ночь с 15 на 16 января там сгорела часть детского развлекательного комплекса «Колорита». Огонь уничтожил двухъярусный лабиринт и несколько игровых автоматов. Возможной причиной ЧП тоже мог стать поджог. С подробностями корреспондент-репортер Илья Аксенов. В ночь 15 на 16 января сгорела часть детского развлекательного комплекса «Колорита». Утром здесь работала следственно-оперативная группа вместе с экспертами ГСЧС. А сейчас здесь находятся два охранника, которые почему-то прячут свои лица при виде нашей камеры. Стало известно, что возгорание произошло около 3 часов ночи. Первым на борьбу с огнем бросился охранник. Далее на место выехали пожарные расчеты ГСЧС. У 3:36 до службы по рятунку надійшло повідомлення про загорання на дитячому майданчику в парке Горького. По прибуттю перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено загорання дитячого майданчику типу лабіринт на площі 50 метрів квадратних. О 4:02 пожежа була ліквідована. Причина та збитки пожежі встановлюються. До гасіння пожежі залучалось 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу. Никаких официальных комментариев полиции пока не дают, но по предварительной информации в качестве главной версии случившегося правоохранители рассматривают поджог, и на то и свои основания. Летом прошлого года между владельцами комплекса «Колорита» возник серьезный конфликт. Также известно, что владельцам комплекса не продлили срок аренды. Он закончился еще в середине прошлого года. Но из-за конфликта владельцев аттракционы так и не убрали. Сейчас следователи разыскивают подозреваемых в возможном поджоге, а эксперты выясняют причину ЧП.